Всем привет! Сегодня будем готовить вкусную и красивую праздничную закуску, которая просто идеально подойдет на Новый год. Необходимые ингредиенты смотрите в описании под видео. Сначала измельчаем все ингредиенты. Укроп нарезаем ножом. Затем берем мелкую терку и натираем на ней морковку. Яйца, и подмороженные плавленые сырочки. Теперь соединяем в миске сыр, яйца, укроп, выдавливаем чеснок. Добавляем соль, майонез и хорошо перемешиваем. Из получившейся массы делаем шарики. Лучше всего это делать смоченными в воде руками. Дальше нам надо каждый сырный шарик покрыть морковкой. Для этого смачиваем руки водой, наносим тонкий слой морковки на ладошку. И сверху помещаем сырный шарик. А теперь прижимаем морковку, чтобы она полностью покрыла весь шарик. Где не хватает, докладываем. И вот так вот облепливаем полностью весь шарик. Слой делаем тоненьким, только чтобы закрыть белые части. Чтобы сырные мандаринки выглядели как настоящие, в каждую из них вставляем гвоздичку. Вот и все. Красивая праздничная закуска готова. Приятного аппетита и пусть вам будет вкусно. Если вам понравился наш рецепт, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.